Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 16 апреля, день Никиты, назван в честь преподобного отца Никиты Исповедника. Преподобный Никита подвигами поста, смирения, послушания и вообще своей добродетельной жизнью вскоре превзошел всех иноков. Бог даровал ему благодать исцелять недуги и изгонять бесов, ознаменовав крестом одного отрока, немого от рождения, преподобный Никита возвратил ему дар слова. Инока, помутившегося рассудком, исцелил помазанием святого Елия, и много иных чудес совершил он. Существовало поверье, что на Никиту просыпался водяной и, как правило, пребывал в плохом настроении. Поэтому в полночь приносили ему угощение и просили не пугать людей, особенно детей, не прогонять из водоемов рыбу. Поэтому в народе этот день называли угощение водяного, Никитин день, водопол, Никита ледолом и даже Агафья ледокол. Это было связано с разливом рек, ледоходом, ведущим к пробуждению водяного. Считалось, что 3 дня водяной ждет подарков от людей, и надо было успеть его задобрить, иначе истребит рыбу, а сам уйдет в другие водоемы. Сегодня проводили обряды, приносили угощения, которые помогали его задобрить. Например, могли угощать пшенной кашей, краюхой хлеба, куриными потрохами, щепоткой табака, остатками вина. И когда понимали, что водяной успокоился, отправлялись рыбачить. Приметы. Дождь сегодня, весна будет поздней и ненастной. Ветер дует с южной стороны к урожаю яровых. Если с севера, скоро пойдет дождь. Длительные раскаты грома сегодня, жди ненастья в течение нескольких дней. Дождь сегодня, весна будет поздней и ненастной. Если лед до этого дня не тронулся, к неудачной рыбалке. Зацвели сады. Алыча и абрикосиня.